Известная российская актриса и режиссер Вера Глаголева умерла в США на 62-м году жизни. О смерти сообщили знакомые семьи. В мае появилась информация о том, что у, у Глаголевой диагностировали онкологическое заболевание. Тогда после ухудшения состояния артистке пришлось провести сутки в реанимации. Вера Глаголева – советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер, народная артистка России. Известность и народную любовь ей принесли работу в картинах «В четверг» и «Больше». Никогда выйти замуж за капитана, не стреляйте в велых лебедей, бедная Саша. Режиссера она занялась в начале 90-х годов. Одна из дочерей Вера Глаголевой замужем за хоккеистом Александром Овечкиным.